Добро пожаловать на плоскость. Мир всего двух измерений. Только вперед и назад, налево и направо. В этом мире нет верха и низа. И я спросил Рэя, где Дотти? Он сказал, ну, она пошла на линию. А я сказал, ну, откуда это взялось? Что это за хреновина? Двухмерные существа, которые живут в этом мире, не имеют никакого представления о трехмерных объектах. Двухмерные жители плоскости не имеют никакого понятия о кубах, сферах, пирамидах, или о вашем покорном слуге. Из их двухмерной перспективы мой трехмерный палец выглядит вот так. О, боже мой! Что это за ерунда? Вы видели это? Бежим! Здравствуй, дружочек. А, страх неизвестного? Или лучше сказать, пока неизвестного? Это загадка. Если мы видим только то, что нам знакомо, как кто-либо может вообще увидеть что-то новое, неизвестное? Как мы можем выйти из наших ограничений? Привет, кружочек. Не бойся. Кто это говорит? Где вы? Это всегда трудно объяснить. Я нахожусь в другом измерении, в другом пространстве. Я над тобой. Нет, никогда, никогда не произносите это слово. Какое слово? То слово, над-ны. Над? Это запрещено. Хорошо. А что ты думаешь, оно значит? Я не знаю. И знать не хочу. Всех строго наказывают за это слово. Вы призрак? Я надеюсь, что нет. У меня просто другой угол зрения, чем у тебя. Я могу видеть вещи такими, какими ты не можешь их видеть. О, да? А как это? Ну, хорошо. У тебя есть сейф в кладовке. Там внутри 12 монет, завещание и паспорт. Как вы узнали? Кто вы такой? Вы Бог? Нет, не больше, чем ты. Видишь ли, так как я над тобой. В третьем измерении я могу видеть все внутренности вашего мира. Третье измерение? Ты просто сумасшедший призрак. Здесь только два. Смотри. А если бы я захотел бы пощекотать тебя внутри живота, как бы я мог это сделать? Ну, ты должен будешь разрезать мне кожу, по-другому никак. Ой, прекрати, стой, прекрати! Готовы увидеть больше? Больше чего? Измерений. Направлений. Нет, да, но... Но ведь нету никаких... Других. Что со мной случится? Чем я смогу? Тебе должна попробовать, чтобы узнать. Хорошо. Превосходно. Я не знаю.